В этом видео покажем, как выглядит банный блок из липы. Банный блок состоит из дверного полотна и короба. Также в комплект входят дверные петли, закрепленные на коробе. Остальные комплектующие приобретаются отдельно. Размер по полотну 1800 на 800 мм. Размер по коробу 1860 на 860 мм. Толщина короба 80 мм. Банный блок рассчитан на дверной проем размером 1900 на 900 мм. Дверное полотно выполнено из липы, короб – из хвойных пород древесины. На полотне есть стеклянные декоративные вставки. Дверное полотно – это каркас, обшитый липовой вагонкой. Липа широко используется для отделки бани благодаря своим свойствам. Она не растрескивается и не деформируется от высоких температур, поэтому отлично подходит для парной. Липа имеет высокую плотность и быстро высыхает. Также при нагревании липа выделяет в парной лечебный, расслабляющий аромат. Дверь выполнена из липовой вагонки сорта А. Она выглядит эстетично, так как на ней нет видимых дефектов – сучков, смоляных карманов и так далее. На полотне могут встречаться лишь небольшие перепады по цвету между ламелями. Липа не содержит смолы и не выделяет их даже под воздействием горячего воздуха. Поэтому об липовую дверь невозможно обжечься или испачкаться. Однако именно смолы защищают древесину от негативных внешних факторов, поэтому из-за их отсутствия липа подвержена большему воздействию влаги. Если не покрыть липовую дверь защитными составами, от влаги она может быстро потемнеть. Поэтому настоятельно рекомендуем обработать ее перед монтажом специальным защитным составом или натуральным маслом в 3 слоя. Защитное покрытие необходимо периодически обновлять во время эксплуатации, так изделие надолго сохранит эстетичный вид.